Всем доброе утро, всем добрый день, всем здравствуйте, дорогие друзья. Всех приветствуем на очередном матче MLBet первой лиги, 16-й тур, и мы с вами отправляемся во Владивосток. Сегодня именно здесь свой домашний матч сыграет хабаровский клуб СКА. Хабаровск принимает сегодня здесь команду «Ленинградец». И остается нам лишь вот этого человека представить. Ну и в целом, наверное, судейскую бригаду. Матч начался, давайте... Что касается СКА, то... Слушай, мы сказали, ох, такой момент, 1-0! Какая ошибка у ленинградца в самом начале матча. 4-я минута, и вот он, Саид Алиев, главный бомбардир команды, забивает свой 5-й гол. Ну как же это было неожиданно, что сейчас сотворили парни из ленинградца. Но это привоз. Что здесь сделал Владислав Микушин? Но это просто кошмар. 1-0. Зачем-то решил сохранять мяч из своих, даже уже не защитников, через, по сути дела, вратаря. Но, конечно, не Зайцев. Здесь пошла передача. В этом сезоне Илья Булыгин сыграл лишь 6 минут. Салиев, Алиев, момент опаснейший. Как же здорово. Как раз-таки Булыгин сейчас... Алиев и обыграл очень легко, очень спокойно. И дальше, ну так вот, подсекал мяч над Андреем Зайцем, который выскочил из ворот. Починского, слава богу, травма, которая была, она оказалась несерьезной. А вот так вот в первом же стандарте ленинградец забивает. И кто это был? Коптилов или Микушин? Смотрим. И чем он забил-то? Он, по-моему, не головой забил, он забил боком. Боковым ударом, можно так сказать. Ну что, иногда нужно и удачно подставиться, в том числе, не просто пробить штрафную. Неплохо. И нужна скидочка какая-то кому-то. Вот она идет. Удар по воротам. Рикошет 2-1! Как все просто! Как все просто сделано было. И рикошет, конечно же, помогает. И мешает, естественно, Зайцеву. Двух вратарей нам тоже показывают. Сугробов кому-то там показывает большой палец. Ну, а кто забивает? Тимофей Шипунов? Правильно я понимаю? Вы знаете, по-моему, это был Илья Булыгин. Он с ним находился в самом начале, и он не добежал. Ну, а дальше, посмотрите, мяч... По-моему, летел мимо. Да, вообще даже не в створ ворот. Мяч очень неточно летел, а в итоге залетает в ворота. Казаков дальше. Проходит передача. Налево можно. Здесь уже Жеронкин. Жеронкин. Левая нога. Будет ли бить? Будет ли простреливать Жеронкин? Прострел. Удар по воротам. Сугробов. Сугробов выручает. Это Кирилл Колесниченко мог счет в этом матче сравнивать. Владимир Сугробов. Так или иначе, первое предупреждение в этой встрече появилось у нас. И все. И вот на этом финальный свисток мы с вами слышим. СКА одерживает победу. Набирает долгожданные 3 очка наконец-то. Это 6-й успех команды Романа Шаронова. Роман Шаронов и Сергей Киряков обнимаются и уже беседуют.